течение 3 дней в Новоуральске будут звучать фанфары. У нас пройдет ежегодный фестиваль оркестров. Традиционно его проводят в День России и День города. Такой симбиоз мероприятий делает праздники еще более патриотичными и яркими. 10, 11 и 12 июня на разных культурных площадках Новоуральска соберутся более 900 музыкантов. Вот уже 12 лет фестиваль-конкурс духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары» носит статус всероссийского. А впервые он состоялся 18 лет назад. Тогда и масштабы были другие, и география участников. Но любовь к музыке, интерес и желание организовывать все на лучшем уровне всегда были и остаются в приоритете. Сейчас участников в разы больше, чем в первые годы. И это понятно. Фестиваль приобрел популярность. Слава о нем гремит далеко за пределами города и области. Представляете, в 96-м году, значит, это было у нас 10 коллективов. Вот, представляете, набираем как бы. Вот. А вот сейчас, вот, уже вчера коллектив один звонил, мы уже просто начинаем потихонечку отказывать. На заседании по подготовке и проведению всероссийского конкурса фестиваля духовых и эстрадно-джазовых оркестров «Новоуральские фанфары» и «Дня России и города» обсудили основные организационные вопросы. В этом году ожидают колоссальное количество участников. Приехать в Новоуральск на фестиваль пожелали почти 40 коллективов, а это более 900 человек. Оркестр, коллективы – это Большого Урала. Тюменская, Челябинская, Свердловская область хорошо представлена. Значит, ну, традиционно к нам приедут и сибиряки, традиционно к нам приедет нынче, как никогда, Удмуртия будет представлен, 3 оркестрами из Удмуртии приезжают, Татарстан, вот. Такие вот у нас. И впервые у нас приезжает коллектив из Республики Казахстан. Это из областного центра, муниципальный оркестр духовой из города Костанай. О программе фестиваля. 10 июня с 18 до 20 часов в Центральном парке культуры и отдыха выступят оркестры. 11 числа с 9:30 до 17:30 вечера в ДК «Новоуральские» состоится конкурсная программа духовых и эстрадно-джазовых оркестров. А с 6 до 8 вечера снова выступление в ЦПКИО. 12 июня в День России. В первой половине дня на сцене ДК «Новоуральский» снова концертная программа. В 16 часов состоится, пожалуй, одно из самых ярких действий фестиваля – марш-парад духовых оркестров по улицам Новоуральска. В это время у концертно-спортивного комплекса пройдет концертная программа в честь Дня России и города. А с 5 вечера у КСК состоится гала-концерт оркестров и закрытие фестиваля. Организаторы приглашают новоуральцев прийти и стать участниками яркого действа. Вход на площадке бесплатный. Анна Акрамова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.